Добро пожаловать в отель Radisson Resort Завидово. Самый крупный отель в Центральном федеральном округе и по-настоящему курортный комплекс международного уровня. Благодаря нашим совместным усилиям мы все-таки сделали шаг к реализации самого главного крупного проекта, часть которого, основная часть, это наше сегодняшнее открытие. А так, задача создания действительно на Тверской земле, на Завидовской земле, действительно такого туристического кластера международного уровня. У меня нет никаких сомнений, что мы с этой задачей справимся. Сегодня вы в этом убедились. Я уверен, что качественным международного уровня сервисом, услугой гостеприимства воспользуются не только наши жители Тверского региона, соседи наши, россияне, но и гости со всего мира. А мы к этому готовы. Я хотел бы поблагодарить моих партнеров за веру Тверскую землю, за веру в наши совместные силы, и уверен, что такими шагами мы не только приведем в порядок комплекс на территорию Конковского района, но и в целом уверенно реализуем основную нашу задачу создания особой экономической зоны на территории Тверской области. Я вас всех поздравляю. А я хотел бы тоже всех поблагодарить, конечно, руководство Тверской области, инвестора. То, что они сделали, вызывает удивление, восхищение. И вы знаете, это, я не побоюсь этого слова, что это лучший проект с точки зрения комплексного развития территории. А учитывая, что Тверская область обладает колоссальным культурным, историческим, природным потенциалом, мы уверены, что вы получили бриллиант. Бриллиант, который сегодня уже не требует никакой огранки. И еще раз повторяю, это лучший проект сегодня в Российской Федерации. Я вас всех поздравляю. Спасибо вам. Ну и безусловно, один из самых главных моментов связан с тем, что те условия, которые были созданы нам руководством Тверской области, они позволили все сделать вовремя и в срок. И тот инвестиционный климат, который здесь, в Тверской области, присутствует, он, конечно, позволяет таким проектам развиваться. И я надеюсь, что мы и дальше не остановимся и будем продолжать развитие этого проекта. The hotel has been developed over a period of 5 years. We have had a very close working relationship with the owners, Mr. Sobradin, which I've worked with very closely, and actually Этот курорт строился, этот отель строился на протяжении нескольких лет, и мы очень тесно работали с нашими партнерами компании «Агранта». Мы хотели бы сказать большое спасибо нашим партнерам, господину Бачину, господину Сабродину, с которыми на протяжении этих лет мы строили гостиницу в очень тесной связи. Готово! Мы перерезали красную ленту. Ну что ж, и с этого мгновения, с этой минуты отель Radisson Resort Завидово является официально открытым.